Еще в начале марта казахстанская рок-группа «Фаренгейт» выпустила новый очень концептуальный клип на песню «Толсом». Заодно ребята пообещали, что совсем скоро выпустят и новый альбом. А если точнее, релиз был назначен на 13 число. И не просто так. В альбоме 13 песен. Они все очень разные, но в целом альбом получился довольно-таки концептуальным. Там есть такие песни в жанрах, как прогрессив, рок, до поп-панка. В новом альбоме рок-группы цифра 13 встречается очень часто. Она даже зашифрована в названии. Название альбома «S», то есть «След». Мы максимально постарались отразить такую философию, что каждый человек в нашей жизни оставляет тем или иным образом след. Для визуалов мы поясним. S не только переводится как след, но и выглядит как цифра чертовой дюжины. Впрочем, 13 не несет в себе какого-то глубокого философского подтекста. А вот само название — да. Мы хотим в первую очередь оставить след в истории музыки, в истории казахской музыки. Кстати говоря, с начала существования, а выступает «Фаренгейт» уже почти 5 лет, группа действительно многого добилась, невзирая на то, что сам по себе рок в Казахстане не может сравниться по популярности с другими жанрами. И ребята на своем личном опыте советуют другим начинающим рок-коллективам. Мы поставили себе цель, мы в любом случае добьемся, мы в любом случае дойдем до такого уровня, что о нас будут знать, и в такие моменты и этот факт нас всегда двигал вперед. Новый альбом группы «Фаренгейт» определенно придется по вкусу всем любителям качественной рок-музыки. Послушать и скачать все 13 песен вы можете прямо сейчас на нашем официальном телеграм-канале Official Gaku.